вот в перерывах между работой занимаемся 3D-рисованием. Не знаю, прикольная тема или нет, первый раз рисую, 25-й раз вижу, ну, забавно и мне нравится. О, в принципе, можно вспомнить про What About подкаст. Совсем обленился, не хочу ничего делать, и так как маленький фидбэк, я подумал, да ну в жопу, зачем его делать, и полностью, ну изменить формат на старый формат. То есть поменьше музыки, больше болтовни, так как изначально What About подкаст планировался как дневник, аудиодневник для меня и моих близких. Но так как к нам примкнули еще люди, люди со стороны, из-за океана, я подумал, прикольно бы сделать развлекательное шоу. И, ну, кому-то нравилось, кому-то нет. Кто-то просто засыпал под What About подкаст. И мои бреди, несущие аудиопотоки в микрофон. Возможно, когда-нибудь это возобновится. Но так как я сейчас переключился полностью на видеоформат, который, в принципе, нахер никому не нужен, то я даже не думаю снова садиться за микрофон. Ох, эти ремонты. День второй, друзья. Идем снимать продолжение английской школы. Теперь это будет какой-нибудь логопед. Вообще ничего делать не хочется, хочется спать. Короче, там очень много детей. Они с родителями, и я очень неловко себя чувствую. Я не могу общаться с теми, кто меня не понимает. Я про родителей и детей. В общем, не знаю. Сейчас будем как-то пытаться все это снять, из этого сделать рекламный ролик. А еще мне адски отваливается спина. От меня воняет фенолгоном, миновазином, всякими мазями противовоспалительными. Сгорел на работе, прям так называется, да, когда... А ладно, вырежу. Все, закончилась каторга, там было так душно, там было столько детей. И с ними реально очень сложно контактировать. Возможно, некоторые ролики я запихну в свой блог, хотя, в принципе, зачем? Подошел довольный папаша, спросил, ролик снимаешь? Я такой, да, скинешь? Скину. Сейчас такую почту, контакты, там всякие телефоны, WhatsApp, говорю, чувак, все на сайте, который сделал я. Вы тоже видите, да? Фото незнакомого ребенка у меня на столе. Чей же он? Просто гигантское количество детей, душный кабинет, всех ковыряют в носу, что-то пытается найти в голове, в ушах. Дети не слушают, слушают, изучают. Раз, два, три. Они сегодня выучили 4 числа. Они научились считать до 4. Вау! Сегодня решил приготовить себе шашлык. Пока моя барышня занимается курсами переподготовки, я решил побаловать себя шашлыком. А еще мы несемся в ателье, потому что мне срочно нужно обрезать мои джинсы.